Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть Dying Light и продолжаем проходить эту игру. Закончили мы тут, давайте же сразу продолжим. Нас забрали в какую-то яму. Oh, а вот там доктор. Так. You come to us like a snake in the grass. Here, in a city of lies, you are the biggest liar of them all. What the hell are you talking about? Answer me, motherfucker! Yes. Lose control. That is what you Americans are so good at, after all. If I... Not bad. Вот ты паскуда. Это нахрена было? Clear out the corpses. Leave Crane. Yes, sir. То есть мы сейчас на той арене, которую мне заспойлерили, я так понял. И сейчас нам жопа тут. Мне так кажется. Там уже смотрят люди, как я вижу. Вот там и вот там сверху, видите? Чё-то много тут людей у этого Раиза. Уцелейте в бою на арене. Замечательно. Вы чё, издеваетесь нахрен? Так у меня даже пушек нету, вы все забрали мои пушки. Чё мне делать сейчас? Вы чё, твою мать? У нас аптечки забрали, у нас пушки забрали. Я чё вам нахрен, супермен что ли? Ну, сейчас будем как-то разруливать вот это. Вот так по одному, походу. Это долго будет, ребята. Но зато эффективно. Фу, сейчас на эту сторону давайте, да? Взрывпакеты. Вот это нужная вещь. Мне так кажется. Так. Уже много, мы так перебили. Так, их, наверное, и нужно бить. И вот так тоже. А как нам с этими бесячими бороться? Паскудами. Их вот просто вот так сталкивать, что ли? Вот! Сейчас, ребята, сейчас мы что-то придумаем. Вот! И вот так мазаться. Не зря я это, наверное, выучил. Вот так. Отлично. Взрывпакеты нам нужны. Так, это у нас есть. Газовые трубы, взрывпакеты, самодельные метательные ножи. Зашибись. Фу. На тебе. Еще и бесячая, да, то есть нервная какая-то. А нам что, три ящика вот эти очистить нужно? Вы что, с ума сошли нахрен? Если вот так, все умрут, не все. Они вообще, походу, туда даже не хотят идти. Вот так их нужно убивать, ребята. В ту сторону их толкать, на вот эти шипы. Ху, так. Возьмите. Опа, вот как это нужно делать. Это тяжело, конечно, но все же. Так. Аптечек у нас нету, это очень круто. Так, этого убили, да? Да.
Так, давайте еще вот это. Ребят, я просто молчу, просто это арена, это реально тяжело. Так. Фу. Нужно всех перебить, вот этих. Ага, их нужно просто толкать на вот эти хрени. И они умирают. Ну просто что, смотрите, ребята, у нас нет аптечек. Я не знаю, как без аптечек нам что-то сейчас делать. Опа. Так, а если, например, сейчас выманить их сюда. Вот так. Я просто умелец. Да, хвали себя, да, хвали себя, Эдисон. Но все же, нормально мы так сделали. Метатели ножей и взрывпакеты нам дали. Это очень важная вещь, как я заметил. То есть тут больше не убивать их нужно, а просто мастерство. Не то, что мастерство, а просто, знаете, всякие различные вещи, как их можно убить. С помощью чего, точнее, их можно убить. Вот видите, можно подбирать метатели ножи. Сейчас. Ваши вещи забрали. Замечательно. Ух, ни хрена себе, смотрите, сколько ножка стола. Но это вроде... Ух, это мелкая хрень. То есть очень медленная. Так. Так. Подберите мачете! Мачете! Так бы сразу нам дали. Опа! Не, пожалуйста, новая партия зомби. Или кто это вообще? Ты чё, мать твою, охренел нахрен? Я вам чё, реально супермен? Разрушитель, замечательно. О, ты он еще и кидается? Охренеть! Ну иди сюда, паскуда. Ну давай, я не знаю, как его бить, я вообще откуда его бить. Ух ты! Ну ладно, зато я уже как-то понял, что как его бить. Более-менее, точнее. Иди ты в жопу со своими вот этими бросками. Иди сюда. Так, ребят, я просто молчу, это просто охренеть. О, я еще такого не встречал. Же вот эти набегают. Так, ладно, что-то нужно думать, какую-то новую тактику, что ли. Сейчас что-то придумаем, ребята. Давайте вот так, я понял, как его убить, наверное, вот этим способом, то есть он у нас бежит, мы уклоняемся, потом ему в спину хреначим. Ну иди сюда, чудак, ты что, дебил что ли? Вот твою мать! Ну так, конечно, если еще вот эти бесячие будут нападать, то это вообще охренеть. Ну нападай ты уже. Сейчас мы этим измажемся.
Как мы нахрен сделаем аптечку на арене? Вы что, дебилы что ли? Ну иди сюда, паскуда, а? Ну иди сюда, а? Да я понял, что ты клёвый чувак, ты очень-очень жирный, да? Только ты, дебил, бьешься в стенку тогда, когда мне не нужно. Ну беги сюда, ты дебила кусок. Ну, я тебя тут жду. Он что, придурок, что ли? Сейчас бы он нам хренакнул, и все. Да, в принципе, нам и так жопа. Ребят, смотри, сколько у нас жизней. Я не знаю, что нам делать. Жизни у нас немного, если честно. Но беги сюда. Ну давай. Ну давай, я тебя жду. Да твою мать, так я же... Жопа. Ну хотя бы жизни нормально регенится. 35 не так уж и много, но все же. Начинай бежать. Вот ты чурка, а? Ну иди сюда. Вот ты медленный баран, а? Что-то вообще было? Он же стукнулся нахрен. А если вот так? Опа, он это реагирует. Еще эти! Так у нас жизни даже нету. Что вы хотите? Что вы хотите? Я что, бессмертный нахрен? Замечательно. Я, походу, бессмертный. Ну, они, по крайней мере, так думают. Да, охренеть. Я реально бессмертный. То есть они думают, что пришел Эдисон. Пускайте на него миллионы зомби. У него 20 жизней, он сейчас всех убьет, конечно. А сейчас что, опять все сначала нахрен? Я с ума сойду. Да вроде нет, не все сначала. Так, ладно. О-о-о-о-о! У вас будут приступы снижающие выносливость. О чем не делать? Ну? Это аптечка типа. Your skills no longer come as a surprise, Crane. The GRE selects its operatives well. Shit. Опа, он узнал, что он вот тот чувак. Lower the platform.
drop the weapon. Chaos, Crane. Chaos is the one true order of things. But to believe otherwise is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Bassam, can you hear me? Loud and clear. Publish the file. Right away, sir. And there. Easy. Maniac. You just doomed thousands of innocent people. That's what you get with your fucking chaos. You don't know what was on that file, do you, Crane? You only prove my point for me. The GRE plans to weaponize the virus, not cure it. They're only interested in profit, not saving lives. And by following their rules, you have become their trained monkey. Pathetic. All right. Kill him. Oh. Матрица нахрен. Doc, come on, let's get you out of here. Ага. Crane, save these people. They don't deserve all of this. You, give me that torch. А как они живые? А, нет. Одни нет. Опа, ни хрена себе. Руку, чтобы не кровоточило, да? Ух, ни хрена себе, что нам сейчас делать? Sorry, Doc. А сейчас что? No, I got you. Охренеть, нам сейчас бежать нужно, да? Откуда и куда? Run. Так. Охренеть, ну я бегу, ребят, туда, куда я вижу. То есть... А, ну да, если ты еще будешь отдыхать, то, конечно, ты выживешь, да? Но отдыхай себе, что тут такое. Чувак, за... РПГ! Мать твою, РПГ! Как ты хочешь, чтобы мы выжили? А-а-а, там настолько бежат людей, как вы хотите, чтобы мы выжили? Дальше, куда? Fuck. Ребят, я бегу туда, куда я вижу. Я не смотрю, я просто бегу. Я молчу, потому что это жопа. О, это мы где? Мы убежали, нет? Может. А тут еще и зомбари. Ху, ребята, ну вот и серийка, конечно. Не в том смысле серийка, а в том смысле миссия охрененная. Я надеюсь, мы сможем убежать, и нас не убьют. В том смысле, у нас ни оружия, ни хрена нету. Так, нам наверх, да? Сбежали! Как, в какой-то степени, я не знаю, что сейчас будет. Я нашел способ спастись и с арены, и жму на всех парах к Брекену. Ну ладно, не будем это читать. Опять превращается! Опа! И чё нам так сейчас... топать всю игру? В смысле, он еще превращается? Иногда, то есть не всегда, но иногда. И что нам сейчас так всю игру топать, если он будет превращаться? Мы даже бежать! Ребят, мы не можем бежать. Но башня вот она. Но туда еще, мне кажется, столько добираться. Я не могу бежать, то есть нельзя бежать. Бред какой-то. Oh, охренеть. No. Not now. А вы прикиньте, если за нами сейчас вот те бешеные зомби начнут бежать. Что нам нахрен делать? Так вот же даже обычные зомби.
Ребят, я не могу нафиг бежать. Что мне делать? Как мне от зомби убегать? Охренеть. Да ты что издеваешься? Дайте ему уже хреновых таблеток, да, и все, чтобы он вылечился. А то ходит чувак. Ну давай, давай, прекращай уже вот эту хрень. Нам нужно в башню добраться. Ну, залазить ты как-то можешь, да? В том смысле, когда у тебя нет вот этой хрени. Зашибись! Вот это бесит. Сара. Сара's dead. О, это что такое? Shit. All right. Брекен? Where am I? I had to hide you at the pier. Half of Rice's men are after you. Whatever you've done, it's really put them on the warpath. I have to talk to Jade. Zara, he gave her his research. She took it to Camden. Well, she tried to. Camden radioed that Rice's thugs had found his lab. So he flooded it with biters and barricaded himself in the middle. Now he's trapped. Then the connection failed. We haven't been able to raise him since. I'm going after her. How is she getting in? That part of town is sealed off. There's a group called the Saviors that smuggles people through. They have a den at Nico's bar in the cauldron near the highway. The contact's name is Cenk. Do you have enough runners to cover airdrops? The airdrops stopped 36 hours ago. There won't be any more. We're out of time, Crane. Shit. All right. I don't know if I can fix this, but I'm sure as hell gonna try. You know, most men in your situation will crawl into a hole and hide. Hats off to you, mate. And good luck. Ну вот мы и отправляемся, да, куда-то. Но на этом, ребят, мы заканчиваем. Hey, Crane. Ну. Here's your gear. Best regards from Kareem. Kareem, а? Опа, нам вернули наши вещи. Так, сейчас, дайте-ка мне секунду. Продать. Влик тяжелый треба. Мачет с арены. Поврежденная арматура. Это можно выкинуть. Точнее, продать. Сейчас давайте заберем наши вещи. Точнее, мы уже их забрали, да? Взять. Или это я все выложил? Ага, вот. Военный метательный нож. Все. Ребята, ща я это все пособираю, это долго. Так, ща. Все. Просто тут много вот этих вещей, которые нужно, в смысле, по отдельности собирать. Даже не по отдельности, их очень много тут вещей. Во, все, собрали. Одежда. Паркурщик, разведчик. Сейчас. У нас есть чистая одежда, у нас есть атлет, у нас есть паркурщик. Я только попробую, что это. Вдруг она прикольнее. Я не знаю. Давайте, может, паркурщика, да и все, чем мы будем париться. Так. Давайте еще попродаем то, что мы можем продать. Хотя вроде уже ничего не можем продать. Этажная кирка. Кирка? Ни хрена себе. Бита. А, это можно купить, а я думал, это у нас есть. Так, а продать что мы можем? Мешочек. Так. Продать. Сигареты продать. Ага, сейчас. Полицейская винтовка. Пистолет. Ух, смотри, какой тут урон. Тогда вот это мы продадим. Великолепно тяжелое. Так, медный нож. Это продадим. Топор. Это. Кувалда. Это. Мачете с арены сохраним. Сюрикен. Коктейль взрывной. Ракета.
Лавка для передвижные безопасные зоны. Давайте продадим нахрена это нам. Так, ну вроде все, да? Купить мы можем двухствольное ружье, это круто, но денег нету. Так, ремонты 4. Тут, смотрите, нужно смотреть по ремонтам, то есть сколько мы раз можем это починить. Чем больше, тем лучше. Конфузии к холодному оружию можно купить. Так, сейчас. Это все. Это сюда. Точнее, сюда. Кувалда. Давайте, давайте на мачете. И это на простой топорик. Это заменим на сюрикен, осколочная граната, великомерсуй, военный, коктейли молотова, осколочная граната. Давайте на коктейли молотова. Мы еще можем коктейли молотова скрафтить. Да, можем. Еще парочку штук. А они, в принципе, полезные, поэтому нормально. Так, у нас там есть какие-то навыки. Да, есть. Дальше. Силовая атака. Нет, это пока что удар в землю. Силу ударьте в землю и сбейте врагов с ног. Чтобы использовать, нажмите и удержать контур, находясь в воздухе, требуется двуручное... А, требуется двуручное оружие, нет. Прочие 2. Ваше тело становится крепче, может выдержать еще больше урона. Во, это нам нужно. И вот тут что? Обращение щитом. Ловкие руки. Обыск трупа становится намного быстрее. О, больше добычи. Можно изучить. Фу, ребят, на этом мы заканчиваем, я надеюсь, так туда даже не будем переходить, так как там уже зомби. На этом заканчиваем, я надеюсь, вам нравится прохождение, я надеюсь, что вы поставите лайк, и мы потом дальше, и если хотите, то мы потом дальше продолжим прохождение этой игры. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.